22 августа, 23 год, та же теплица. Значит, сейчас у нас Ариадне. Ариадне. Игорь, а что дает больше, Ариадне или Каптур? Ну, по массе это что? Масса это больше Ариадне. Ну, как это, посаженные Ариадне больше. Ариадне больше, это Ариадне, ну, как это тебе говорят, через день собираем Ариадне, понял? Через день, да, да, сбор? Это через два дня, просто красный собираем сейчас. Ну, вы сегодня здесь собирали, да, перец? Да, вот собирали, да. Большой-большой вырываем это, чтобы, как это... Мы его сейчас, вы его сейчас рвете зеленый. Ну да. Вот до такого, до красна не ждете, да? Нет, нет. Это попадает, отдельно сделаем. Угу. Отдельная коробка. Да, отдельная коробка. Что просьба будет, это кому-то чуть это нужно, поэтому. Так, ну, с Ариадне, в принципе, всегда, всегда все понятно. Ариадне реально сыпет, сыпет хорошо. Да, почистили у тебя его тоже хорошо. Ну, перца видно все равно здесь у нас много. Перец, да. Много. Ариадне, он вообще, да. Маленький вот он нарастает у нас снова. Ну, плодов хорошо растет. Это есть немножко вершинка, Игорек. Здесь? Да, немножко вершинки есть. Не критично, но есть. Не прыскали, тоже. Ариадне крут. Так, а после Ариадне у нас. Еще это такие. Вот это. Все, Ариадне. Ариадне вон такие. Ариадны много. Ну, форма плода, самое главное, понятно, какая форма плода. У Ариадны. Перец Ариадны.